Открытие-то вы 2 минуты. Сейчас буду. Блин, отведи мобов от босса. Лена, что-то бафала? Бафы кулак. Блин, бафы щиты. Кралька, квесты. Освещенный тут. Катай тут. Нет, уничтожатор, она, ведолом, Мелисса. Ну-ка, 3 человека бьет босса. Сейчас я 2 минуты тоже подойду. Идемте справа, могу быть. У кого-то есть джекс? Есть. Просто я радио куплю. Маунта могу поставить, ну проще будет. Он слева стоит. Ну что, кто-то качнул на ивенте новых персонажей или нет? Да, ты если даешь. А ты качнул? Не, я ничего не качал. Тебе? Или так, новых персонажей. Ваня, ты кого себе качнул? Ну, 2-го ШП качнул. Ну, до Нового года докачаю, короче. Все, короче, не нажрался на лыжи, 40 минут осталось уже. Ну, 40 минут можно с 42-го левела до 52-го поднять. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Один протопал, конечно, да? Не трогайте трэш, бейте звезду. Отойдите от мобов. Звезду играйте. Ой, да ты качал Вара сегодня? У кого есть права на набор, смотрите сейчас, кого вы берете, потому что сервера выкачало винов, не одетов. Ну их выкачало толпу, дальше ими играть не будут. Знала бы, Вара бы прокачала бы. Можешь купить. Ты можешь купить Вара за 1000 рублей.
Нет, я варом ни разу не играл, мне надо знать, что да как. У кого купить? Да. Ну, это не мешает по времени, гильдии. Там Джерину можно купить. Не знаю, насколько он продается. Или он мне его точно не продаст. У этого Ромы, скажи, там должны быть вары. У меня есть вары. Сокрушение в протоваре вместо удара героя, да? Я вот знаю, что вар две кнопки. Там, если по макросу или чё. Третий я попробую. А с как кто раздаёт? Посвящённый. Смотрите, шкаф возле звезды. Это пульт, да? Пульт Левка. Кто? Это пульт, это тот? Тыкните на сон. Посвященный. Ладно, без сказки, побьем, дайте лапу, щиты там должны висеть у всех. Ваши муки станут платой за это вторжение. Ха-ха, кстати. За это сейчас банят. За что? Ну, он там Хатай написал, что продаст фара за 1к рублей. Будет, не снимай видос. А, кстати, Крайка, можешь купить вара 1000 рублей. Не, я не буду покупать. Я там своего качаю. А в чем прикол Бисова покупать, блин, его же одевать уже неинтересно. Мне интересно просто убить в принципе. Прибыл дар какой-то замечательный, похуй, мне даже не одетого. А шаманы носят запястья тканевые или кожаные? Кольчужный. Бисовый. Ясно. Критовый сам тебе нужен. Или какой? Если критовый Т4. Критовый Т4 берешь, Верчи. А офсет ноги идут. Да, она про запястье спрашивает вообще. Про что? Запястье, наручи. А, я просто... Туплю уже, туплю. Что значит ты? Кашами ноги, нонсет? Его чё, да. БК-шно бывает тебе. Слишком там вроде бы этот день. Ткань, насколько я понял. Кашами вроде кисти руки дают нонсетом. Стухал. Блядь, да, она... Ладно. Нет. Штаны, если одевать, он выигрывает в крите, там нормально так. Не знаю, что он собрал. Пришелся? Да-да-да, я тут. Саману собрал 1300 скорости и ко мне на СПД поставил. Весьма тут? Ты конченый. Так, Ваня, будешь босса танчить. Уничтожатель первую копию, Белин вторую. Кстати, там разница. Кстати, я тоже думал беременна в СПД шамана, то есть оставить там 1250-1300 хосты и в СПД захуять. Ну, честно, разница, я так не увидел особо по ХПСу. Все, гуляй. Каску под ДК, да, еще? Цирк приехал. Пистонцы выбирайте.
свидания! Бэрик, нет? Сейчас подойду. Нажимайтесь, танки, сейчас будет вторая копия. Твое сильнее страдание. Сакру давай, Белин. Срезку прожимай. У меня вихрь перестал крутить. Не надо. Танк у меня забирать это. Нормально. Спасибо, Ваня, что вы не вайпались. Без вас я бы долго не продержалась. Да, пожалуйста. Произошли страшные события. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Вот, 20 секунд на баф, вот рыба. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. О, у меня твою гильдию покинул. Была кладка и зашел, сказал, я вам не нужен, играть не буду, всем пока. Но боюсь. Кто-то шпил в чате, а он увидел. Сегодня, короче, кого-то албаф убили. Там даже датчик был. Каску на ДК. Может, кто помнит его? Кого? Да, что? Чему? Чему у нас нет анбафа? Блин, кто это фонит так сильно? Она говорит. Выключи, не говори. Ты фонит. Кто был там что баф, убил? Да, на месяца два назад вроде бы. Ваня, о ком ты там говорил? Сегодня кнут и анбаф убили, там паник там посмотрел, там дальше был. А, так они с молчатом убили его. 16 кнутов, 5 северные, и там 2 человека, чё так. Не, просто сдать себе убили, он там такой вообще прям не очень. Может, научился за год играть? Да, может. Другой кто играет уже на нём. Ну да, после школы люди меняются. Ну да, другое дело, универ. Сейчас бы убил. Сколько они там были в этом СНК? Ты не знаю, там СНК качал, там смотрю, ачивка такая, оп. С пола ребра где-то 3.10 или что-то такое. Ты что, их адвокат? Ватный лич. Не знаю, сегодня вот Тереска через СНК доспотер вообще отличная была, там если лужу не вынесли с первого трая, он топи пробил. Там где ватный стол. Ну да, мальки сливались вообще нормально. Переведи фулл рейд. Да, просвещение фиера. Вторую тоже быстро. Кьера, давай, ты первый адлайн, просвещенный вторую. Кьера, поставишь там ауру на броню. Просвещенный ауру с сосредоточенности. Так, во тьме танчит уничтожатор в свету полулитра. Ультрашам килиш в свету с как огурчиком, остальные во тьме. Ну, диспелит хатай, свет диспеля я. Четвертый пати стоит стрелять големов. Все РТД на последней фазе. Сначала опять большого голема, потом только Халиона. Мелкий трэш тоже помогаем с вами. Да, Брольд Делорани. Поставь шкаф. Разум, поставь шкаф. Пист мод, ты тут?
Пилипец. Да. Пишем рука на кого вы робите. Вот такой моё ковырка без участника. Да. Знакомый, наверное, девчонка. Ну, пускай видели, выступают. Бестмод, ты тут? Она все качается. Я ей предложу. Она 73-го. Хорошо играет, закопала, зарпала. Майка, слышала? Давай пиздим. Мист мод. Прием. Вот хоть рука есть. Хардкор. А, вот верма. Сейчас, подождите пару минут. Я зашел. Давайте принимай. Принимай пути быстрее. О, сумон. Короче, время боя всегда смотрим на квадрат и стоим за него. Первого трайка будет ГК, если вайпимся. Сум, пожалуйста. Есть, но я суманул уже. А какая пати в каком миру? Первая тьма, остальные свет. Ну перелетел уже с этого, с Долорана сюда, у тебя забагался с умом. Я не могу тебя с умом. Ну я лечу. Тебя может КД? Нет. КД у меня только целка. Анага, давай, последний раз тебе объясняю, чтобы узнать, в какой, во тьме ты или в свету, открываешь вкладку общения, далее вкладка рейд, и смотришь, в какой ты пати. Первая пати — это тьма. Киллы, три человека тоже во тьме, я это говорил. Анага, ты, Хатай и Ценкси. Ты во тьме. Давайте баф. Вот рыба. Чек на пол. Сейчас, пусть. Где она? Пси, уже. Корн дай. Катапульт, а тут Ваня. Ваня, тут? Да, что там, пулем уже? Да. Что это? Мера, пуляй. Ты, Тиму, о, свет танчишь. Киллы на третьей фазе, ну, на первой фазе диспельки. Стали в квадрат. Отошли от босса, мутилось, сейчас будет. Ашека, метка. Милики, отошли подальше. Убежали, мутило. Смотрим лужи. Смотрим на лужу. Лужа в рейте, чёрт, встали в квадрат. Так, огурчик. Поклонский. Отошли от босса, сейчас метеор будет. Побежали метеор. Через хвост возвращайся.
смотрим, он уже. И уже в рейд течет в стадиях подряд. Босс играем. Резифирот, смитка. Это скучно. Уже пойдем пару раз. Знаю. Давай, Валера, заходи сразу. Четвертый пати остается, бьет кружок. Доходим. Далее в квадрат. А, так. Beast Mode. Анага, Инер, Шаману, Сэнкси. Та метка назад. Длани не было. Фьера, ты должна была длань сейчас дать. Просвещенный, твоя длань следующая. Запомните внимательно, кто какую длань тебе. Скажи, кстати. Поклонский, метка. Заходите. Просвещенный длань на этого Поклонского. Следующая длань Фьера. Стали в квадрат, сейчас будет лезвие с меткой. Кейр, выноси метку, на себя длань кинешь. Стой. Ладно. Ты не можешь себя диспелить сама? Придай мы только хилом, давайте возьми. Филипец назад метку. Сколько там? Процент. Смотрим, сейчас метка будет, не выходим. Бедолом, метка выноси. Все, выходим в свет. Beast Mode, подымешь. Под мордой лежит. Фьера под мордой, подымай Beast Mode. Рост дали. Свет, рост. Скажите, когда во тьму зайти? Налейся метка. Ну, диспелишь сам себя или нет? Не, не диспелилось. Бежали, метеор, на налейся, метеор в конце был. Когда во тьму можно зайти? Заходи. Заходи. Фьера, давай заходи в портал. Стали в квадрат. Харзул, метка. РДД большого голема играем. Всем большого голема, диспелил. Бедолом большого голема. Переключились в мелкий трэш. Я бы свет включил. Микроби, сам себя микролабик. Алён, играем свет. Beast Mode, отойди подальше, метеор сейчас будет. Побежали метеор. Гимна ману, свету. Сейчас будет гимна ману. Встали в квадрат, смотрим лужи. Ставь тотем по Югину, бедолом, выноси метку. Филипец, дисперс бедолома. Я по Югину. Ладно, я сам. Встали в квадрат. Стоп, в свету, стоп по Халиону. Стопайте. Блять, смотрите на процентаж, 30% свет. Играйте только в трэш. Тьма, прожмитесь. Beast Mode, выноси метку. Все, стоим, курим, ничего не делаем. Инеры. Филипец, гимноману давай. Ладно, пусть Алена, не бить пока. Инеры ультрашами залеем. Заливайте. Большого голема играем. Нагу выноси. Войд, подымешь Фьера. Как будет возможность. Играйте в Халиона. Трэш добейте. Катапульта выноси метку. Убежали метеор. Убежали. После луж на лиса поешь гимна ману. Лужа в рейде, давай Сакура. В квадрат отошли. Пою гимн. Все спокойно, все живы. Защитите микролабик. Все в трэш играем. Бедолом большого голема играй.
взрывом разума, помогаем мне быть. Беснут, выноси метку, далеко выноси, прожмись, я здесь пелю. Встали в квадрат, добили большого. Побежали метеор, побежали. Вот, подымай, Хатая. Встали в квадрат. Далеко. Ну хильте. Справа, Хатай. Хатай справа от лужи. Вот, подымай. Играйте в большого голема. Это, наверное, последний. Отведи, протопал, отведи. Налися гимн отхил давай. Играйте в большого голема. Ого, это агро. Большого голема быстрее играйте. Сакру прожми. Давай уже. Побежали, метеор. А, падаем. Так. Не успел бомжей вызвать. И, наверное, близко босса стоит, ловит сразу. Постоянно растут. Блин, смотри за трэшем. Если будет продолжаться, так буду кидать ГП. Тут такой вопрос, можно? Да. И я выбежал, мне надо было себя диспелить. Я нажимаю рассеивание, не рассеивается. Что делать? Ну, это массовым рассеиванием. Еще раз. Диспель, диспель, диспель. Прямо у стеночки. Беги, диспель. У меня тоже такое бывает. Надо цель себя выбрать, или чтобы цели не было. Как у меня Хатай? Да фридома не было. Я все хоть на себя повесил. Ну, кроме же, это не стало так. Ладно. Лена, ты не знаешь, как метки выносить во тьме? Ну, вообще-то я во тьме никогда не была в РСК, я всегда в свету была. Угу. Просто смотри, когда на тебя кидается метка, смотри, как движутся лезвия во тьме. И от них надо отбегать к стене. Не к ним бежать, а от них. Прожимаешь на себя фридом, если отбегаешь. Диспелишь, отбегая от лезвия, все. Все просто. Под морду не бегать. Лиса, бей большого голема, а не трэш мелкий. Хрозул тоже, в принципе. Ну, в принципе. На мне метки будет просто. Касочку можно подрубить нам? Да, ее даем. Поношите. Ваня готов. Да, готов. Заходите за линию. Валера, начинай. Нага, метка. Не туда понес, надо хвосту его наносить. Прожми спринты быстрее. Умрешь, получишь ГП. О, все, хана. Бабах. Катай, подымай. Бах, Алена, играем. Вот, метка. Катай, подымешь его? Да, я знаю, сейчас его подниму. Вот так быстрее делай это. Ты все равно ничего не делаешь. Я и тут хилю как бы. Талис, квадрат. Лиса, обстрелил. Полит, заметка. Талис, квадрат, отбежали от Калиона. Отбежали на метеор. Смотрим лужа. Нормально. Калиона играем. Басик, наноси метку. Хилы, чё вы не диспелите? Валера, заходи. Я ваши канал.
зашли рейд. Дали в квадрат сейчас. Валеру хитя. А мы себе. Блянь, метка. Бестмод инер этому Сэнкси. Стали в квадрат. А. Кота инер ультрашами. Стали. Она их забивал. Не надо было забивать. Она газолей ультрашами, тогда поклонский метка. Там себе тоже забивал. Ой, заходите, заходите. Нет, еще не добили. Да не. Потому что я вылетел. Я только зашел. Готовы. Готовы. Но уже поздно. Слава, а, Слава зашел. Вот смотри, Лена, как надо выносить метку. Вот и все. Заходить? Нет, сейчас заходите. Заходите. Стали в квадрат. Вот опять на мне метка. Опять вот так надо выносить. Смотрим новую. Ловушку, говорю. Лезем. Там скоро переходка будет. Сколько там? 52, наверное. 50. Ваша метка. Все, сейчас портала выходим. Бля, хатай, диспель метки. Стали в квадрат. Рост свет. Тотемы там есть. Ваша метка. Мак МК. Метеора не будет, не? Побежали, метеор, во тьме рост. РДД большого голема сейчас играем. Анага, метка, выноси. Большого голема, бедолом, метка, выноси. На пула нет. О, мелкий на БДК один. Все нормально. Большого голема сыграли. Бедолом большого играем. Сэнкси, метка, танк прожмись. Разум, метка, выноси. Не туда несешь, все, выноси. Встали в квадрат. Побежали метеор. Бафы по шаману. Во тьму можно зайти? После лезвия. Сейчас скажу, когда. Встали в квадрат. Поедим на ману. Вот метка, сам себя. Можно зайти? Без уже? Заходи. Да, уже можно. Да, давай. Заходи. Шаман, заходи. Все, да. А ноги зачем? Зачем ты в лужу побежал? Пересечи. Все. Давай. Че, шаман умер? Сука, микрофон... Онлайн не дали, не подхилили. Отключил микрофон, говорю, 40-40, нахуй. Второй трай падаем, а вы в свету бьете. 40%, сука, по силе. Ну, мы сдохли, то что шаманы упали, и кто умер, друг упали. И мы упали. Вы еще раз сдохли. Вы рыло ждете. Слава, ты задой какой-то. Кто-то не дал блайн. Да я в ахуе с вас, свет весь хуярит, блядь, 30% второй раз. Мне микрофон выключен будет. Ну еще раз. Убьем, если на Анагу не кинется метка. Или еще на кое-кого. Киера первую длань кидает, просвещенный вторую. Почему вы длань не кидаете, я не понимаю. Почему ультрашам так быстро садится по мане? Как у тебя уверхило?
Дайте бафы, кулак по ханту. И туда тяну. Билин готов? Сейчас, минут. Все, да. Заходим за линию. Валера, начинай. Фанага, через хвост. Ну это... Ладно, сойдет. Это что было? Это еще не пиздец, а вот это пиздец. Ладно. Ладно. О, ГПшечка сейчас пойдет, типа. Че, минус 3, падаем? Падаем. Да, да, да. Фанага, ты тактику знаешь вообще? Девочка, его дело. А в чем дело? Нет, не знаю, это тактика. Хорошо, минус 3 упало сразу. Нет, он я упал. Неправильно понес. Какая разница, упали-то от метеора? Да я это плохо, у вас не метка все равно разница, под хвостом сука. Была. Свету, да нет, метка под хвостом сука, была. В третьей фазе бьете в свету босса, нахуй. У вас ни в чем разницы нет. Вы падаете из-за того, что вы нихуя не знаете, блядь. Блин, речь про конкретный момент. Упал да не тот, кто вынес, а те, кто на метеоре, блядь. Анага, блядь, по тактике метка выносится к стене. Не к помпочке хвоста, блядь. Сука. Если так на третьей фазе вынесешь, то миликом пизда во тьме. Ты понял, Анага? К стене выносишь. Я затыкал как. Это девочка Серега. Вот смотри, вот стоим здесь. Видишь, вот сюда вот метка выносится. Да. Давайте бафаться. Вообще можно так падать. Я никогда так не падал за все время, что я здесь играю. Милин готов. Ваня. Ваня. Да, готов. Ваня. Валера, запускай. Какой анбаф, короче. Ты че? Даже что анбафе делать? Кому он вообще надо? У меня бурсты не откатились тоже. О, кстати, да. Стали квадрат. Ваш метка. Смотри, Анага, как выносит баш. Вот это пример. Посмотри, кто-то вакансы. Смотрелся. Стали квадрат. Вот еще уже в рейд не разливаются. Повезло. Ну все, сейчас вайпнемся на лужи. Повезло, что на мне, да? Ну все, сейчас точно будет вайп не на тебе. Отошли от Халиона сейчас метеора. О, баш, смотри, как выносит метку перед метеором. Пошли, побежали. Смотрим лужу. Лужа, опять везет нам. Халион играем. По 10 секунд запас. Валера, заходи. Рейд, заходим. Талик, он рад. Пьера сейчас первую план, вторую посвящу. Ауру на броню поставьте. Пьера, ауру на броню. Лень, метка.
смотрим лезвие. Что ж? Этот панцирь. Ну, все готово. Весь дефилат, сметка. Заходите. Смотрим лезвие с меткой. Внимательно. Харзу, выноси, только не в лезвие. Подожди, пропусти шар, все выноси. Вот так выносит метку. Фьера, метку назад. Фьера, метку назад. Фьера, быстрее. 51%. Быстрее забегай в квадрат. Не оббегай, ты никогда ложек. На квадрат забеги. О, ты почти умерла. Повезло. Ждем метку. Подождите, не выходите. Машака метка. Все, выходим. Стали в квадрат. Рост, свет. Веснот назад. Резифилат с метка. Извини, маг. Побежали метеор. Во тьме рост. РТД бьем большого голема. Смотрим лужи. Лужи разливаются в рейд. Бедолом выноси метку. На пола не будет. Большого голема наиграем. Все в большого голема. Халёна, свет не бить. Только трэш. Свет не бить, Халёна. Налиса назад. Почему так просаживается рейд? Отбежали метеор. Инеры ультрашами залить. Вестмод будет. Свет стопаем по боссу. Стали квадрат. Твою гейм. Катапульта сам себя. Не, нали тут вправо. Большого голема играем. Хилам под гадлайн кидай. О, спирал пальцы. Разул метка, выноси, прохилят. Диспейлер. Стали в квадрат. Не бейте больше. Побежали метеор. Киль совершен. Бист-мод подымай. Бист-мод подымай, Фьера. Свет бьем только это? Трэш. Филипец, метка. Конченый. Нас не бьет почти никто. Сэнкси встанешь. Тут даже два человека хватит. Ладно, падаем. Так, у нас вайпы из-за Наги. Из-за паладина. Ты конечно же проявляешь мы. Ну это суммарно. Они затревают. Я не знаю, даже если бы они не падали, мы в свету 30% делают. Что ты говоришь, что не говоришь. Что я говорю. Рискните дамаг с тьмой. Сколько еще таких героев? Пара лишь, она не гоните с тьмой. Вы перебегаете через босса, на нем 40. Какого хуя вы его бьете, блять? Вот что, совсем мозгов. Гоните ДД с тьмы, вой. Это... Чё это? Тьма. Тьма. Машека шестой. Круто. Вопрос. А почему тактика одного мира сейчас нельзя делать? А двух миров делается? Потому что метеор падает. В смысле метеор? Падает. Раньше метеор. Можно было материальность надамажить и выйти просто забить. Падает метеор, светут. Ну, короче, сломали РС-ку, уже так не сделать. Тут метеоры падают. Понял.
Короче, это хуйня. Хоть вы там все не падаете, но если мы 30 будем делать каждый раз, так это можно расходиться. Давай парочку РДД просто возьму. Да не надо. Там, ребят, до хрена, может там замены. Сука, есть. Каждые 15 секунд меняются проценты. Как только сука стало, ну, свет. Да все, потише. Так голова болит. У нас просто ретрик первый раз во тьме. Это та клота, которая хорошо играет за шипа. И надо мажевать еще на шика. Ладно, давай, last try. Мы тебя поменяем, если 5. Ну, это за тебя будет. Дайте вам. Давайте лучше мне сразу. Ну, не знаю, может на удачу убьем. Давай, чек. Призыв. О, блин, цвету играла на этой дате. Еще, сейчас я попаю. Чек-чек. Инту магиба. Кулак друида. Если она рогой знает, как играть, я могу зайти на ретрик, и она на рогу. Я не могу, но сейчас на рогу зайти, мне это будет долго. Мне там вообще ничего нету крыски. Хотя бы не хватает баф одного. Хотя бы лучи не забегай, да. Лезь, она не кидай глаз. Лучи упала, она просто в лужу, прям в лужу побежала и все. И упала. Потому что мне некуда было вообще бежать, там были все в лужу. Ваня, готов? Стопайте, блять, на 40% ДД, ебашьте мелкий трэш, не трогайте. Все, Валера, начинай. У нас слишком слабый ДД во тьме и слишком сильнее все. Я же тебе говорю, могу остаться во тьме. Плюс мана. Ладно. Ну давай, Нелиса, ты во тьме хорошо играешь. Ну я могу. Оставайся во тьме. Побежали метеор. Дай-мка. Больше в Халиона играем. Маш. Побежали, метеор. Валик квадрат. Как огурчик, метка. Так, Валера, заходи. Блять, не знаю. Заходите, хилы. Олег Квадрат. Райт, заходите. Разум, метка. Да Лани не было, Фиера. Ваня, панцирь. Бист-мод. Бист-мод. Скажи, когда зайти. Заходи. Это пульта, микролабик. Талик, он рад, сейчас будет метка с лезвием. Фьера, метка, смотри. Пропусти шарик. Беги за квадратом. За квадрат, везде квадрат. Это ты диспелил? Да, это я. И зачем? А, бец. Что за нахуй, чуть череда не работает. Стали в квадрат. Без мод подымешь хатая. Инеры, сэнкси залили. Это один. Машека метка. Выходим в свет. Стали в квадрат. Без мод подымай хатая, он где-то справа. КД 3 минуты у меня. Войд, подымай.
Рост. Свет, рост. Во тьму можно зайти? Нет. Я дал метку. Диспейл, алло, пиздец. Нахуй хата, и нет, некому диспейли. Заходить можно? Побежали, не тебя. Заходи. Заходи. Смотрим. Лужи, башметка, рост во тьме. Микролабик сам себя. Большого голема сыграли, мелкий трэш. Бафы по хатаю дали. Зенкси метка. Встали в квадрат. Катапульта метка. Через хвост возвращайся. Убежали метеор. Тотем есть у тебя? Это микролапик агротом. Филиппец ми... Ой, гимноману. Филиппец, свет, стопаем агро. Стопаем ТПС по халион. Играйте большого. Большого голема играем. Игры ультрашами. Сэнкси метка. Сэнкси метка. Вот метка. Вставляй в квадрат. Белин каплю на пол литра сейчас дашь. Побежали. Бить или не бить? Побежали. Да, все бьем халионы, все. 60%. Потай метка. Большого голема сначала играем. Медалом метка. БР есть? Дайте гимну на хп. Даю гимн. Филиппец, давай гимн на хп. Сколько минут? Одна. Сдавай. Все, хорошо. Выходим в него. Чё дохнет? Да. Там ж не шипечет, ты нищий топлив подкинули, ничего. У нас почему-то после голема всегда меня шамана хоть пару раз, но ударит. Мы себя хилим в основном. Это нормально, что там один-два раза ударит, но это бывает. Почти всегда. Ну, все равно сжат, это критично. Мысли менять. Сейчас просто я, видишь, остановилась и тебя похилила, Вань. И из-за этого я сдохла. Что на себя похилила. Сейчас Джерри на ханта зайдет. Трися на Рептрика. Уже заходить, говорю. Я заходи. У меня пару трайв максимум. Я тоже. Понимаете, это что? Все? 5 траев только было. Зачем посылать в рейд? Алгоритм меняет меня. Я могу взять в сову. Возьми. 5 траев назад вместо него. Так, что она там баффала, кейфридом и кидал? Лак, Мерлин. Джага, аура, чё там? Броня. Сейчас поставлю, Джага какая. Крещённый, ты какой бьёшь? Так, наверное, если Джерри он зашёл в свет, наверное, на лес остаётся во тьме, да? Всё равно.
Или как? ХПС хватать будет? Крещённый тут вообще нет. Да вон бывает идеи с этим правосудием мудрости. Ну, печать, как она называется, синяя. Чек. Лак, лапа. Не лица во тьме остаешься. Ваня готов? Ваня. Всегда готов. Все, Валера, начинаем. Шестой трай. Товар прожался, молодец. Сейчас я его выровняю после дыхания. Дал вам метку назад. Делай диспельте. Стали квадрат. Близко метеор, побежали, далеко бежим. Быстрее, быстрее. Мы уже в рейде в квадрат. Филиппец, назад метку. Бежали метеор. Опять посвящены боссы, да. Заходи. Фрайд, зашли. Посвященный. Войт, подымай. Подымай посвященный. Сразу заходи, посвященный. Он под порталом лежит. Слава. Баф. Молодец, посвященный. Взмот, метка. Ваня, панцирь. Смотрим лезвие. Начинает меня выводить уже это. Какая метка. Заходим. Первого ретрика тоже менять. Лезвие с меткой сейчас. Надо. Вот триумф. Убегай от лезвия, сзади тебя лезвие, убегай. Так, получилось. Сколько БР, КД? А, бесмод. Ну, бесмод подымешь тогда, он в центре. Он в центре валяется. Смотрим. Метка. Метка сейчас. Харзул метка. СС Харзул кинешь на халипала. Выходим. А диспел, пожалуйста, быстрее. Диспельте. Поднимает. Да, во тьму... да. Когда во тьму можно зайти? Не метка. Далее, куда? Скажешь, когда зайти. Бежали метеор. Заходи. Посвященный, иди заходи в портал быстрее. Смотрим лужи. Лужа в рай течет. Отошли в квадрат, отошли в квадрат. Видала метка.
большого голема сыграли. Ой, поднимаю. Беги, малышка, беги! Фридом, давай сейчас. Встали квадрат. Бежали. Без него подъем. Нинеры ультрашами. Блин, блин, мышка зависла. Отошли в квадрат. Все падаем. Блин, сорян. Бывает. Поэтому про игроки играть без мышки и по фокусу, чтобы не было таких вот проблем. Дима, ты один такой на сервере найти? Я на три тоже уже заебал, походу, слушать каждый раз. И на официалку там выебываюсь. Дима не ищет легких путей. Отойду за водичкой пока. А тебе моя водичка зачем нужна? Не на тачпаде играет, он играет на клавиатуре. На нервах играет, блядь. Опять КД. ССКД. Нет, не КД. Кролька.